Они воспринимают окружающий мир иначе, но очень трепетно относятся к истории родного края. Гостями Республиканского краеведческого музея имени Воронина стали люди с ограниченными возможностями, с виду ничем не отличающиеся от здоровых, но общающиеся на языке жестов. Еще год назад краеведческий присоединился к акции «Музей для всех», цель которой – устранить барьеры и вовлечь в культурные процессы страны инвалидов. Тогда же вместе с Саранском акцию подхватили еще в 64 регионах и очень быстро разработали свои инклюзивные программы. С этого года Союз музеев России принял решение о ежегодной традиции приглашать в музеи людей с индивидуальными особенностями. В нашем регионе мы пока первый, единственный музей, который принимает участие в этой акции. И сама по себе инклюзивная акция, она подразумевает вовлечение лиц с ограниченными возможностями в социокультурную жизнь. Но не только самих, так мы сейчас говорим, инвалидов, лиц с ограниченными, но показать им, что они могут вместе с лицами без ограниченной возможности, то есть с небольными людьми, тоже принимать участие в каких-то совместных мероприятиях. Как жили предки древней Мордвы, что носили, какие праздники отмечали, как выглядел Саранск 4 века назад, а также итоги прошедшего в этом году чемпионата мира по футболу. Участники инклюзивной экскурсии еще долго будут делиться друг с другом впечатлениями, перелистывать фотографии в гаджетах и ждать, когда краеведческий музей снова пригласит их в гости. Все-таки для всех музей – это для всех. Это любой человек может прийти и посмотреть, кто-то узнает. Для нас, глухих, это важнее вдвойне, потому что мы не слышим, и у нас восприятие информации очень ограничено, доступ информации. Поэтому, когда нас приглашают сюда в музей и делают специально для нас экскурсии, тем более такое вот новое, нечто новое, вот, это для нас огромное значение имеет. Потому что нам не только показывают, нам рассказывают, и нам при этом переводят текст. Поэтому это очень интересно, это необходимо нам. После прогулки по экспозициям люди с ограниченными возможностями стали участниками мастер-класса. Символ наступающего 2019-го лепили из теста и дети, и взрослые. Краеведческий музей планирует продолжить эту традицию, чтобы сделать инклюзивные экскурсии рядовыми и вовлечь как можно больше людей с ограниченными возможностями в активную социальную жизнь. Алена Москалева, Павел Толобаев. Наши новости.